Не получается. Еще один. Все завершится. Коротковато играл бы. Хороший прием справа. Успел Соуза, но... Ну вот, это обратный кросс. И в тот же угол завершен. Да, отличный. И еще одна. Да, не выдержал Сол. Да, добавляет. Ну что ж. Да, в самую голову. Да, рискует Баутиста и ошибается на брейкпоинте. Да, отсюда уже не вы. Идеальная игра слета. Завершает. Как знай. Мягковат при. И еще один выверенный. Да, как же чувствует эти линии. Соуза смотрится интереснее. Простовата первая подача. И мяч в ауте. Да, не дожал, да, вот мы говорим. И вновь обратный кросс работает, да. Хороший прием. Сценарий испанца развивается.
ошибается, да, но смэш был непростым. Свечку идеальную ваш. Да и здесь Соуза справляет. В коридор. Дальше хорошая подача. Хорошая подача, но как подлево отправить мяч. Да никак. Да, перестарался, Жао. А. Попал, попал, Робин. Летает мяч, там, 10 сантиметров. Мяч в коридоре опускается. 5-1, да, такой. И с помощью подачи его реализует. Ну что ж, забил. Справляется Роберто с первой подачи соперника. Хорош, хорош. Да, в уголок попал. Ну что ж, испанцы пока легко дается этот гибренький чистый первый. Четверть финалистов стал турнир. Ну и вот, да, концовка этого гейма не получается совсем у Соуза. Ну устал, устал, переиграл. Может быть, да, сам он в неожиданное решение. Ну, это даже не смэш, это что. Да, ну это красиво, согласитесь. Брейкпоинт был чистый. И любимый обратный кросс дает сбой. Yeah.
Какая контратака по линии. Да, и здесь завершит Баутиста. Нельзя сказать, что он уже сдался. И к сетке пошел Роберто. Выиграет он этот матч. 6-2. В решающем сете 4-6-6.